Доброе время суток. Сегодня я расскажу, как читать смс-ки с модема Huawei. Многие спрашивают и задают вопросы, так как симка находится в самом модеме, не в телефоне. Некоторые снимают с модема сим-карту, представляют в телефон и потом ротируют, вставляют назад модем, только для того, чтобы прочитать смс-сообщение. Например, это нужно для того, чтобы войти в домашнюю страницу нашего оператора. В первую очередь, для того, чтобы прочитать смс-сообщение, нужно войти в сеть. Вот заходим в сеть. У меня на Network подключено, видите. Интернет 2 нет подключения, Network подключение установлено. Заходим в Network. Нам нужно узнать IP нашего модема. Копируем IP. Заходим в браузер и вбиваем наш IP. Нажимаем Enter. И появилась настройка системы Huawei. Для того, чтобы прочитать смс-ку, нам нужно зайти в область смс. И здесь вот в этой колонке будут изображены все смс-сообщения, которые приходят на нашу сим-карту, то есть на наш телефон. Например, нам нужно зайти в домашний интернет Киевстара, на свою домашнюю страницу. Вбиваем в поисковике вход в Киевстар. Нажимаем Enter. Заходим в хит до системы Киевстар. Вбиваем номер телефона. Нажимаем далее. Нам приходит смс-сообщение. Заходим. Вот видите, уже пришло смс-сообщение в настройках Huawei. Пароль 7690. Вбиваем пароль 7690. Войти. Можно не сохранять. И мы на домашней странице Киевстара. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным и не зашло, палец вниз. Всего доброго. До новых встреч.